Вечером 18 августа 1941 года чекисты 157-го полка НКВД, которые охраняли Днепрогэс, вывели из строя оборудование станции и подорвали плотину. Это стало неожиданностью не столько для наступающих немцев, сколько для отступающих красноармейцев. От взрыва погибли советские солдаты, которые в тот момент переправлялись по плотине. Также под водой оказались те части советских войск, которые находились ниже по течению. По подсчетам историков, погибло от 20 до 100 тысяч советских военных и гражданских. Немцы восстановили станцию уже летом следующего года. Какие хорошие немцы. Спасибо, дякую. А осенью 43-го года во время отступления опять попытались ее взорвать. Обозреватель Бабеля Сергей Пивоваров прочитал несколько монографий, статей, а также воспоминания очевидцев и рассказывает, как Днепрогэс дважды уничтожали и восстанавливали в послевоенное время. У людоедских режимов мания взрывать украинские дамбы.